Главное изменение – помощь пациентам будут оказывать значительно быстрее. Согласно нововведению, врачи неотложки обязаны провести диагностику, поставить диагноз и назначить первое лечение. Сейчас же врачи скорой помощи отвечают за пациента, пока везут его в медучреждение. По мнению инициаторов новых правил, таким образом увеличится занятость специалистов неотложки, ведь зачастую они долгое время лишь ожидают следующего вызова. Для выполнения новых норм потребуются диагностические центры в приемных отделениях.